Всем привет, ребята, меня зовут Глеша, и мы находимся в Екатеринбурге. И сегодня здесь состоится 11-й по счету выпуск Game of Blade по-русски от комьюнити. Немножко о наших участниках. Сегодня справа от меня стоит Стас Антипин, представитель команды ЕКОБОНС в городе Челябинске. По совместительству победитель всероссийских. Здесь где-то должно появиться там лого Street Lab или что-нибудь вот еще такое вот. Дагмайсик, да. Ну, активный парень, в общем. Слева от меня стоит Гоша Обыдников из города Новокузнецка. Это комьюнити и всякая такая движуха. Вот. Это даже лого вставлять не обязательно. Вот, что касаемо того, кто будет сегодня судить будет Саня Пенделев. Ухо. Так, по поводу правил. Ребята, значит, переходы допускаются. Я думаю, по два перехода, ну, в смысле, раз, два. Ну да, потому что тут уже третий будет такой, как кисовый, да. Значит, раз-два переходы, ауты все вот как задал, так как бы отъезжаешь. И, то есть кап-кап, замутишь просто осет или на фейке не канает. Вот. Что еще? По поводу свечей, да, по поводу свечей. В общем, если заказываешь свеч, то надо сначала свечу показать. Вот, давайте, ребят. Скинем топер. Орел? Орел. Решка. Выбор небольшой был, да? Решка. Стасик задает. Погнали на исходный. Просто заракая. Алиут Миза, 360 реверта. Свич трудопса. Успин X. Спин топ-сол делает. Свич или обсайн. Стасончик, учись делать свечи. Давайчик. Трус пенсол. Молодец. Кто поиграет, тот чё? Тот пиво покупает. Ой, я вспомнил. Capture Music. Счет. Не хватило. Попытка не пытка, что сказать? Сайт классный.
Директор Якобона. Попытка быстрого скольжения. Снимай давай. Успеем сами. Важно переделать. Переделываем. Были тут моменты, взаимосвязаны. Надо переделать потом. Четенько! Кстати, классно. Аутспин Директор Якобон. Какие вопросы нет? Вау! Вторая есть еще. Очень-очень близко, конечно, обидно было, очень близко. Где Стас? Респект, чуваки. Jumping child for joy, you know I'm here.